дожди, косые дожди. Благодаря небесной канцелярии пожароопасная обстановка в лесах Могилевской области нормализовалась, и все массивы региона теперь открыты для прогулок. Дожди не прекращаются в стране почти неделю, и безоблачную погоду в ближайшие дни синоптики не обещают. Температура воздуха и количество осадков в мае ожидаются близкими к климатической норме. После аномального апреля такие прогнозы обнадеживают, но это не значит, что последний месяц весны – это почти лето. Убрать далеко пальто и туфли не стоит, обязательным аксессуаром по-прежнему остается зонт. По США прокатилась буря, без электричества остались более 130 тысяч домов. Основной удар пришелся на штат Теннесси. Местной энергетической компании на полное восстановление может понадобиться до 2 недель. После непогоды приходит в себя и Оклахома. Там ливни превратили автомобильные дороги в реки. На Аляске из-за повышения температуры вскрылись замерзшие реки. Они могут выйти из берегов и затопить населенные пункты. 6 мая будет облачно с прояснениями под влиянием атмосферных фронтов. Пройдут дожди, местами сильные, а днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 выше нуля, днем будет 15-17 тепла. Кристина Риенц, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.